23, около 7 утра. Нас по... 8 время, это уже. Уже 8? Уже 8, утверждает Юра. На улице минус 14 примерно, как-то так. Один Юра с нами не поехал, второй тоже не поедет. На замену бил. Да. Там он, Костя, пытается совладать с пауком. Да. Сейчас запутаемся, надо. Да, сейчас. Сейчас придется Юру везти к его, ему домой, мне он покажет, куда припарковать. А у тебя как, позволяет? Позволяет нажимать на газ эти рукавицы? Мы же не поедем со скоростью света, поэтому это самое. Можешь мне отдать свои рукавички эти пока? Попробую пока. Они у тебя будут теплые. Будут мёрзлые, заберешь. Я у тебя эти заберу. Ты вчера ее заводил? Ты вчера ее заводил? Значит, она теплая уже. Здравствуйте, дорогие товарищи. Вот сбылась мечта идиотов. Едем, пока еще зимой, на Нелингу. У нас вчера образовалась потеря. Товарищу стало не в моготу. Давление поднялось, не стали рисковать. Он нам любезно предоставил свою собаку. Сегодня будет ее осваивать Андрюха. Я буду рисковать, буду ехать сзади пассажиром. Костя на своем автожире. Краш-тест. Мягкие элементы поехали в деревню. Я сегодня здесь с лопатами и бензопилой. Только что едем уже точно по Нелинскому Волоку. Дорога Хаджимурата в очередной раз будет пройдена. Видите, по ней здесь похоже, что возят лес. Мы добрались до Пустого. На рыбалку ездит сюда. А мы туда. Мы на Нелингу. Уронил варежку, пришлось возвращаться. Ну если так, дорога-то нормально. Утрамбовано ходить можно. Да.
что, миленджане? Сердечко-то бьется? Больно берег тут. Летают дичь, по кости преодолел, а мы, ну разгоняйся, пофиг. Так, придется толкаться. Ох, так не замерзает река-то. Так, толкаем, сейчас толкаем. Надо ей хоть немножко толкнуть. Давай. Давай, давай, давай. Давай еще нам. Так. Думаешь, тебя утянет? Давай, 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 давай. Вот. Так, Нелинга, просили передать тебе привет от тети Кали, от тети Люси, от ребят наших, кто с нами не поехал, хотел, но не может. Вот. От всех нелинджан, от всех тебе большой привет. Все, нам некогда, меня уже ждут. Вот, ребята уже в деревне. Подволочье. Костя там снимает. Я так понял, по дороге не ездят. Маленький видеоотчетик о том, что мы попили чаю. Заметьте, стопок у нас нет. Нет, стопки... Из горла пили. Нас даже полиция проверила. Алкоголь не брать. Да. Маленький снежок. Дверь-то открыта. Сейчас до Митина поедем. Подъезжаем к Митина. Митина.
через магазин. Сахарова. Вон оно. Место встречи Меленджан. Здесь у нас стоял магазин. Костя тоже что-то снимает. Места Сахарова. Магазин. Вон, если видно, дичина на дереве сидит. О, видно. Нынче людей нет, есть только косачи. О, полетели. Чем бояться-то? Нет у нас ружья. Че он там встает-то? Не знаю точно где, но где-то уже здесь в конце стояла конюшня. Там внизу были баньки. А здесь траву косили. О, набеганы животные. Езжаем в Павловскую, она же Часовинская. Там у нас лопата, оттуда мы ездим летом. Зимой мы ездим вот так. Пруд замерз. Ты надо было шататься, катиться. Дрюха, стой. Ну, закати ее один-то, нормально проедет. Че? Встреча с земляков. Этот самый, я думал, вы на Ваге уже рыбачите, бляха. Было такое желание, да. Андрюха еще учится просто. Вы смотрите. Еще раз мыть вниз так. О, ни хрена. Гида де Мопассан. Да. Ага. Че, это? Часовинская. Единственный житель. Где-то там за воронкой убежал. Спецтехника его. Прекрасная погода. Группа товарищей. Дядька Андрюха бежит. Дорога кончилась. Сейчас будем в ту сторону долбиться. Почему-то по намеченному слегка. О! Что держи, не накрыли. GoPro выключить.
Да. Так, ну все, мы дома. Мы в Карповской. Вот Андрюха, который заколебался рулить. Пипец, техника. Вот Костя, который заколебался возиться с нами, с детьми маленькими. Вот туда нам на реку надо ехать. Птички поют. Жизнь продолжается. Сейчас зайдем в дом. Заметьте, окна замерзшие. Похоже, что там кто-то топил. Градусник с этой стороны не видно, так бы посмотрели. Ну а на что? Пошли в дом.